Так, ну прежде чем делать ушки, давайте сделаем гриву. Как-то мне хочется ее первой сделать, потому что все остальное. Так, значит, кубик мы превращаем. Ctrl-2. Ctrl-2. Почему не превращаем? Объект. Вот. Вот. Ctrl-2, все отлично. Так, и уменьшаем, естественно. Так, ну и сейчас будем с этим вытягивать. Сначала сплюснем малость. Так, подымем. Так. Перенесем сюда курсор, вот так. То есть я 3D курсор передвинул, да, и теперь как бы могу здесь тоже раздвигать несколько, ну хотя это без толку. Так, я лучше сейчас перейду Edit Mode. Скажу, что Apply. Так, он не скажет мне Apply. Так. И вот здесь уже начну с ним работать. Edit Mode. G. Несколько подзагнуть, поуменьшить. Так. Сюда. Так, переместим. Так вот, где-то, да? А сплющенный, то сплющенный есть. Угу. Так. Посмотрим, как лучше это будет делать с этим инструментом, когда включен у нас пропорционал editing, так гораздо приятно работать, потому что мы можем изменять любую сторону. Вот так, допустим, да, и здесь можем изменить. Вот. Готов. Так. И дальше, короче говоря, можем его скопировать. Ctrl-D. Перенести вот сюда. Повернуть. Rotation. И поставить на место. Допустим, вот сюда. Ну, чуть-чуть видоизменить. То же самое мы можем сделать
D. Если подвинем сюда, и здесь его развернем. Rotation по оси Z на 180. Вот так. Естественно, тоже уменьшим малость. И посмотрим, как он выглядит. И тоже можем в Edit Mode его как угодно проэдитить. Так. Так. Ну вот видим, что получается неплохая у нас грива. Ну, вы поняли, как это делать, поэтому я не буду на этом останавливаться, покажу уже готовый результат, чтобы мы имели время и место сделать что-то другое в этом видео. Ну, вот так у нас это дело получилось. Так, ну, теперь мы можем это все выбрать. Сказать, что это должно быть Ctrl Edit, то есть одно общее. Ну, что-то оно так. Попробуем так сделать. Join. Так, что-то не особо оно стремится. Это два. Так, нажмем это голова. Так, это... Нет, это вот это было. Это тело. Тело. Так. Тело. Коп. Все отлично. Теперь можем. Так, какая-то непонятная. Вот это. Так, а эти все, кроме головы и копфа, что у нас их две, что ли? Вот. Ага. То есть вот эти еще как-то не соединились. Нет, Миша, для присоединения. Интересное кино. Я вот выделю эти сейчас все. Вот этого и этого. Так, ребята, мне совсем ничего не понятно. Так, это вот голова. Вторая голова, что ли? Или я как-то случайно, наверное, случайно я их продублировал. Так, коп. Два. Так. Этот сейчас я удалю. Это тело удалю. У меня получится вот это тело будет. Тело. Так, а это голова. Так, а это оставшиеся, кто не соединился. Сейчас мы их соединим. Join. Вот. Это грива у нас. Грива. Это грива. Ясненько, понятненько. Так, мы можем гриву, конечно, чуть отодвинуть. G по Y. Вот так, да? Ну. Эдакий цветочек получился.
Ну, а дальше мы с вами начнем лапки лепить. Дальше лапки-то нам нужны. Обязательно. Хорошо.